Assalomu alaykum. Bugungi bizning mehmonimiz London va Toshkent aro uchayotgan O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Sevara Nazarxon. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Sog'lig'ingiz yaxshimi? Qaysiz? Yaxshi keldingiz. Kunda o'tyaptimi? Tunda kelib, tunda kelib. Hammasi. Konsertgacha siz tinmay London, Toshkent bo'lyapti. Konsert oldindan ham shu ahvol. Xudoga shukr. O'zi asl sizni yashash joyingiz shunda hozir Londonmi yo samolyotda? Ko'proq aslida. Samolyotlarda yashayapmiz. Lekin ma'qul men uchun. Lekin nima uchun London? O'sha 20 yil bo'lib qoldi. Londonga borganimda birinchi marta o'sha yerda o'sha Peter Gabriel deysizmi, studiyalar hammasi bo'lib qarasakki shu menimcha 15 yildan keyin o'g'limiz ham maktabga ketdi Londonga. To есть как бы основной бизнес мотиватор деңгиз bo'ldi. Hozirgi endi zamonda mana yaqinda 21-2 dekabr xudo xolisa konsertlar Toshkentda yaxshi bir zalda. Концертный джой массу, лекин ген бізі, а? Хума арена. Арена. Кичкенегіні джой, такой, знаешь, бізі үчін жүдей мақул джой. Еплеяппіз, құда қолысы. Ташкилатчы спатты, бірінші марта, өзім үчін бұл жүдей кетті дарс. Хар тарафлама. Хар тома. Флот да бухгалтерия, понимаешь? Это, в принципе, момент такой не простой, ман үчін. Чынки, намадысы болады. Ну, ты знаешь, наверное, Барбарам, сізам кет көп проектлы қыласыз. Ўша ёрдам берадиган проектлар дейсизми ёки саёҳ дейсизми ҳозир мана табриклайман с новой, так сказать, должностью. Ишлашам жа оддий эмас, ўзингиз ҳам сезяпсиз. Ўшанинг учун бир яхши янги бир ўша қадамлар менимча бу жуда ҳам бир фойдали нарса. Миз учун, бутун ўша ҳаётий, ҳаётий қандайдир ўзгаришлар учун. Ўшанга я как-то это смело. Секин савол ўзинг ағдариб қўйдингиз. Нормально. Lekin siz ko'proq jarayonda yashaysizmi yo natija uchun ishlaysizmi? Masalan, bitta joyni aniq ushlamayapsiz-ku natija uchunda olib qaraydigan bo'lsak, O'zbekiston, xo'p, yo O'zbekistondagi auditoriya bo'ldi, mana xizmat ko'rsatgan artistni oldim. Hitlarim bor, ha, mana darajam, mavqeyim yetarli darajada. Endi Rossiya va London deydigan bo'lsak, Londonda xabarim bor. Hech televiziyasida yoki u yerda ijod, u uchun, u yer uchun ijodingiz yo'q. Rossiya uchun qanaqada bir kutilmagan narsa bo'ldi. Xuddiki shu bo'ldi. Sevarani hozir Rossiyada promo qilish aksiyasi boshlanganda, u loyihada, bu loyihada, bu loyihada. Natija uchun emasmidi bu hammasi? Rezultatda? Natija. Rezultat, в принципе, что такое результат? Mana rezultat keldi, dash опять идёт natija. Ну, я имею в виду reja deylik. Bo'ptimi? Это же также hayotda. O'zi hayotdek bo'lyapti bu narsa. То есть katta plan tuzilishi, qanaqadir strategiya, mana hozir zahvat planetarniy. Понимаешь, мы biz mentalni boshqa odamlar biz-da. Biz baribir ham endi O'zbekiston это как бы o'zgacha bitta region. Место, где joy, ну, как говорится, место, где ты ну не можешь. Ты не можешь, чтобы это кресло у тебя вот так постоянно. И у меня тоже самое. Немножечко по-узбекски, но я хотела тебе сказать, что... Ничего себе, мы будем иногда на русском. Я тебе хотела сказать, что внутренних таких больших стратегических планов я не делаю, потому что мне это неинтересно. Творческий кайф да. В процессе или по результатам? Вот такой хотел вопрос задать. Ты просто задала его по-другому. А, да. Ну, по-узбекски по-другому звучит. Ну, как менее, да. Примерно дословный перевод, да, мухом, да. Ты понимаешь, что ты просто охватил интересный момент, а почему вот бросаетесь там, пам, 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 Лондон, а где вы в Лондоне? Понимаешь, подход везде разный. То есть, если я нахожусь в Великобритании, у меня идут такие очень интересные концертики, какие-то фестивали, какие-то ивенты, я не знаю, мероприятия были закрыты в состоянии. Да? То есть, но это все происходит для местного зрителя, что очень для меня важно. А, ушердыги? Да, ушердыги мухлесла учим более для нарса. Чунки мана, аудатта мана мусихам, она ушерды. Она же называется как бы мировая музыка, на английском world music, что ты знаешь, да, это все. Получается, это сплетение, синтез, какие-то стилистика современная и это. Если подавать в народном виде для меня скучновато, азгана зерики отбирала. Мне хочется это окружить в какой-то саунд современный. Почему я делала Гектор Зазу, почему Брона Эллингхам, все эти саунд-продюсеры, которые внесли свою лепту и красоту, и альбом, он живет по-другому. Песни живут, они реально звучат. То есть материал, который звучит там, очень редко звучит здесь. Потому что тут подходит что-то другое. Россия Геборгианом на Икея, Хайрон Бонаме, Бонаме, Урслен, например, ну,
Милли сурашады, яки юрмахабат сурашады. Купынчы, я не знаю, откуда не знают, в интернет, да? Ассаламу алейкум, интернет. Оркали, барбарам, хамасы билет. Что-то они интересуются, они хотят слышать на моем родном узбекском языке какие-то... Это прекрасно, понимаешь? Лондон дэм шунахама? Лондон дэм, конечно. Не, Лондон да, бутон узбеча. Конкретно. Это жутен, там, там нет меня, не это ми, да? Да, это нет, это не вариант туда. Потому что как бы для них культура традиционная, мухам, джудея, вообще народный, фольклорный дисизм, вообще милли дигендан киген, бу нарса, это как алмаз, бриллиант. Харбр, как тебе сказать правильно, для любой нации в мире, любая традиция, она всегда мотивация, это всегда привлекает. У адамля хотят это слышать, и все. Им не важно, понимают они или нет. Они чувствуют. Узге мамлекетте колоритыны... Мене русчан гапыр орды бар. Узге мамлекетте уша рух мухтыны хысқылышы стешады. Хардоем. Хардоем. И как зрители они волшебные. Россиядеги ижодингиздеги жудаям манге тасыр кыганы. Халиге голосы чыккан пайтингизде. Ана опаны иплеп бумады де. Пелагея опаны. Енді сізді мұқлисіз бұл... Мен емладшы, сәтін намного. Енді... Хала бұп қамейді мұл? Ема, енді опа деймен де. Енді шынна қафанатты берді. Мәңге, мәңге берейіне севарады. Мәңге, мәңге. Севінші мұминіме дам алды де, оны алды де. Халеге истерикасын алды. Өзден көрдіз. Жүді жымлей білен қарап тұрыпсыз де, халеге. Деген бір рус тілді еткенде неадекват тарзда өзіні тұтты оны фанатизмі. У билан ўзи олдиндан дўст дугонами дейлар, сизни яхши танирмиди, ё шунчаки сизни шу ростдан ҳам интернет орқали танып, фанатизм бўлганми? Манга беринглар шу қизни, манга беринглар. Менингча иккинчиси-да. Я уважаю любое поведение. Я понимаю, что ты у нас такой товарищ, любишь вот эти қитмир саволлар, там. Ё ростдан шунақа бўлдик-ку, алдамаманму? Это было так. Это бўлмади, да, неожиданно. Лекиген, я была настолько в своей теме, что ну, чунарли, лекиген, это тоже как бы немножко такой момент шантажа, потому что других это может раздражать, понимаешь? Вообще, ну, вот я судействовала. И кей, вообще, на кей, савали на меги пилагиги бармадис, минта савали на меги бекка, машина кабупхалда, буям, бртагда пишана, нормально. Лекин, бірге кейна, опа, бля, юрды иля. Пилагиш? Россия бу иля, ба, узбеча шулайнит. Манге охты лекин, койл колым лекин. Но это было не совсем идеально, но это было весело. Енді бабыр, кем кылал ват хазы? Масалан, мамнақа тренд барды, өзбек қонандасы, әгер қайсыздыр қорыч қонандасынан дөет етіш, білән мақтаныш башқа, лекен қорыч қонандасыға өзбек тілді күйләтіш башқа. Мұны сіз қылал дейсі. Бұл әмпті ғұрғыр көм? Бәлкем. Ва уша Россия деген бітті проект ке тоқталмастан ілоджи о, бу халеге суды чомлыш құлысы. Вышка. Вышка. Ушанда мана жүдем ұрғу берішті, осиялық бөгеніге, мусульман бөгеніге, япу кене чықты дишті. Так. Леген асылыда, неме япу кенген дейс? Слушай, ну я не знаю, это и то не так сильно ёпох, потому что хотелось бы, конечно, чтобы какая-нибудь... Нет, башка лега караганда. Нет, махчиманки, что, в принципе, можно было и кофту длинную, но вышка – это такой проект, где там тебе все мешать будет, все перевернется, все упадет с тебя, хулас, там должно быть такой вот, действительно, комбинезон. В принципе, во-первых, от удара немножко спасало воду, потому что все синяками ходили, а меня чуть-чуть костюм спасал в этом смысле. И, во-вторых, ну, я лама турснейца. Это даже для меня этот костюм тоже он был немножко такой странный. Бар мухокема болган адам, ана адап узбилан. Версия, версия кан? Версия. Интересно, да. Татуировка. Не, вот это... Нет татуировки? Бар, но она, я ее как бы не закрывала этим, она, по-моему, там выходила как-то. Там у меня скрипичный ключ, да, был? Холизда. То, что, да. Хозер перо, я на перо бабхала. У Шерда Джарохат Ольган взрослый? Да. Батутлиды сакрисизде 2 саат, кейген 2 саат суда репетиция. Вообще тренировкала харкун где-то, ну, занимает 8 саат, да, харкун. Хичким много проектлиги вармейда, очень много ранений, повреждений, кто-то горло, шею себе свернул. Там, знаешь, как бы физика, чуть-чуть не то положение, су сам уже лед, уже она как тошки ухшидиян, не нарса. Поэтому мы как бы старались. И вот батутта, там был поворот, гутаперчивый манку, я очень гибкая. И у меня палец вышел сюда просто.
А процесс-то былин маген, да, чунки шли копы, да. И я палец вернула сюда на место. Узис. Да, узис. Можешь табит бубкет? Нет, ну ладно, и вернуть-то вернула, бросила танки, уже вот рука, да. Шкеткен. Шкеткен, уже за тренером, из БЛП, естественно, так, все, давай быстренько. Томошабиллана аксериятана қинаган битта савол бор, уни бермасам ўйинда ўз бошда беришим керак эди. Нима учун севара доим қора ёки қорадан сал фарқ қиладиган кулранг ва ғалати кийимларга, ан осилган кийимларга ўралиб юради. Нима учун? Ё қомати ёмонми дешатда? Энди у рус проектларида кўрдик қоматингиз жойдаликини. Да, ах. Нимага бу стиль? Хорошо. Ё нима учун шунақа ранглар? Энди kimdir aytdiki, bu trenddagi bomb style deyishdi-da, mana bizani operator shu savolni beruvdi sizga. Da. Bomb style stilida kiyinadi sevadi. Сразу да топады, вообще молодец. Я роста, я. Ченчина, он не помнит. О'кей. Xullas, bu shunaqa stilmi, rostdan shu sizga o'zingizga yoqqan shunaqa. Просто понимаешь, ma o'zi hayotimda получается так, что я не про это. Начинали, да? Вот чтобы эту тему убрать просто. Вот, потому что это общая категория, ты же с кем проводишь беседы, иногда я вижу. Всегда ранг-баранг, елочки, как бы все так, бласа, все как на сцене, они приходят к тебе сюда на интервью. И был гюзаль нарса. Я вообще за разнообразие тоже с ницам. Если это бомж-стайл, классно. Я очень люблю сливаться с людьми, не моги вот из толпы, моги это вообще неинтересно. Характер габалу нарса, то рыбички. Да, бальки. Чунки сахнады, это хичкакама. Узум алып кете алмаймын ғой, мен сахнада ма. Хамма мені көреді, естиді. Мына біз Өзбекстанда дейлік, мысалан. Там я царица. Здесь я делаю все, что я хочу. В мешке, не в мешке. Это уже келген, уже ану уақыт өткеннен кейін сауалы туғылады, да? А вообще-то подумай. Это же форма всего лишь, сіз айтқан сауалыз ғой, берген сауалыз. А еще есть содержание, ичисы. Ички. Да, мащу содержание учу, кураша манхардоем. Поэтому мне это неинтересно сильно. Мне очень нравится фэшн. И стрит-фэшн, и бомж-стайл, и там, я не знаю, кроме всяких Версачи, вот эти все дела. Все остальное, демократичные такие стили, манги, джудэ мёкады. Я люблю модных людей. Но с другой стороны, без этого разнообразия вообще зеркали, да? Сардан? Она бнакасыян босын, дима. Почему бы и нет? Lekin so'nggi klipingizda va bitta reklamada ko'rib, nahotki shu sevara dedim. Sap-sariq kiyimlardan, rangli kiyimlarda chiqdingiz. Ha, yurak paradovalsa da taku, "O, yesh!" Mana shu joyga mashq qilib qo'yib yuboringlar va reklamani ham. Reklamada ham. Молодцы. Boshqacha ranglarda chiqdingiz-a? Da, 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 bo'lo, bo'lo. Bo'lar ekan, yarashar ekan. A, ну, слушай, временами, balkim. Zo, ammo vi zamonaviy, ay o'zbek ayollar. Balkim shunisi, shunisida, может быть, есть какая-то изюминка. Mashinaqa bo'lsa, какие-то разнообразные моменты. Хап, раз такая, нежданчик такой. О. Потом своем амплуа. Мне просто главный момент творческий, честный. Энди шу ижодни асосан ургуни. Ты просто еще молодой, Сардор. Мана бизнинг каналга олган рекламамизда ҳам. Мана шунақа тасаввур қилганим бўйича сизга айтдим, дейсизми? Негизида ўзбеконалик, ҳам ҳар тарафдан шу лойиҳада қатнашасизми? Ёки, масалан, қўшиғида ўзбекона милизм. Ну, слушай, ну определение же было точное. Ты же был правильный, вот он согласится. Снимал. Сырлива узгеча? Йок. Хаммасы оддия следа. Бальки браз узгеча. Аммо уше негизида миллилик бульген ба хамиша заман булан хамнафас севара. Бу мен, бу милли телеканал. Бу бас. Было очень красиво, и было правильно, было в точку. Все, я за это. Правда, понимаешь? Джуды йокады манге. Потому что туры... Как бы я сидиган одам, ну, шнашадан куркмейда, я себе могу вообще спокойно на все вопросы ответить, даже самые там страшные, какие тебе могут быть. Вор-вор. Ты же их копишь всегда, я знаю, вот здесь, кофемашинки. Уща она давай, совольна она. Биттадан берурин. Мана, сізден аввальге сухбатташымыз, Азат бей Назарбеков болды, ва у хақыда сізге бір саволым бар. Да, я обожаю. Озат бей Назарбеков, но сіз дует күлі болгансыз, лекі оны тағдым етмегенсіз. Чунки это был такой, знаешь, проект. Лайха. Лайха для компании. И бу как бы компания учу, уще оно белгиленген бір аджойып қошақ. Лекін росы зор, ешткенсіз? Юды. Ож, видишь, разовый такой, очень красивый. Білмадым, узыги йоққам, йоми, чунки Озат бей
бу қошиқда бутунлай бошқача етган. Это было вручение. Бу ҳам бир тадбир бўладиган нарса, концертга этилган бир марта. Менимча бу концертга ўша Озодбек он не успел. Но у него же есть всё-таки своё положение, ещё джойи обязывает ўшинга, он, по-моему, не успел. А я бы таклиф этсалач, масалан, клип чиқарамиз ёки биз концертга айтамиз, сиз чиқасизми? Ну, к этой песне был меда, лекин джон-джон. Потому что Озодда, ну, репертуары вообще овозлары ёкады, да, маге? Может, это от того, что Мухриддин Холиков джудаем яхш көріп еткенма. Вот, может, оттуда это. Хотя я не так давно узнала, что это шагыртлар болгенма, вот как-то они связаны, да? Лекиген, это было бы классно. Сардор, я раштыку. Мана сізге сыққана. Кофе. Неге дуран бізді қахва дейшеді. Ман түшінішім бойчы, қахва бұл какао еді, білмадым. Бізді қахва дейшеді, кофе. Бізді ижат корлы, ярым кечесем кофе чамзы. Жәке сізге тәкіліп еттім. Лекін бұл бізді хамы емес. Жан чүн нам емес, шүн чеке қахва. Бізді хамы болса, фурсаттан файдаланып. Башқа су. Мантелла. Зору. Сізді юзизам көп адаш мәсам, торы ма? Да, ты не пошутил, в смысле? Вы тоже? Аям курадыген, суэледен. А, мантелла. Аяджаным суда. Хоп, концертингизде шунда бошқача дос. Энди бу ерда ўша мухлислар суйган қўшиқлар ҳам бўлади, адашмасам, бусиз иложи йўқ. Албатта. Кейингиликлар ҳам бўлади. Ҳозир саҳнада 120 одам-ку, 120 киши. Там получается бизани, Худо хоҳласа, ўша Камолиддин Ўрынбаев дирижёримиз, ўша ёшлар симфоник оркестри. И при них получается хор, тоже при молодежном симфоническом оркестре Юлдызхан Хуснеддинова. Получается компания в 120 человек на сцене. Чучума дизман, халклар дослиги да қилишиз, 5000 томошабин билан қилишиз, одамлар қўрқишади. Вахоланки ҳозир бугунги кунда ўзини йўлга қўйилган, масалан, билетларни ўтқизиш, там партия нималардирлар борда, энди биз биламиз, лекин Humo Arena 2 кун. Яна ундан аввал сиз ҳеч қанақа хит чиқармаяпсиз. Очиқчаси гапириш керак. Қанақдир хит чиқса, мана кимдир ҳозир енги одам чиқиб, битта хит чиқариб концерт қилса, ҳама боради. Битта шуласи учун. Севар Назарханов майли брендини биламиз, овозини биламиз, жонли куйлаватди. Лекин Ўзбекистон менталитети учун, биласиз-ку, 2 кун Humo Arena катта таваккал. Давай Humo'да как раз овалятся репортаж и посмотрим там. Прикольно же будет. А вот оказывается как. А мана ўша унчина кандидат. Ну конечно, ҳозир мана мақтанып отырып, болады, болмайды, зачем? Жуда көп нәрсе қалды. Хоп, чучумадызмы унақа таваккалга? Нет. Не до этого, честно. Очень много задач, очень много кто хочет, желающих. И мы стараемся правильно все делать. Худо шүкүр. Понимаешь? И стараемся работать немножко башкачарак. Хит деген нәрсе бабыр күтамыз әде? Көпчілігінен күтмәсілігі өзім мүкі. Яңгі, яш қонандаларын, масалан, еллер дауымда өзіні қалы спотлай олмаген қонандаларда, масалан, хит күтмәсілігіміз мүкі. Бүгін бар ертегі чі еу қолшы мүкім дік. Декен сізден. Ұям зор фикер. Күтамыз. Йо, қалегі үші айткенімде, қалегі сізге көпіра мүхім нәтиже емес. Масалан, ұшит болышы, йо болмаслығы, йо, шу жарайонды өзді, ман өзімі шақси маза қылышым үчін ішләшімі бұл сізді. Ну, конечно. Ағынан бар шу, бірінші дәрәжеді. Ашын арсаны ойла, қадам қоямызды. Сейчас получается, с нашими, с программой, то, что ұша авалды әткенімді, что у меня нету вот такого один проект. Получается, что Азгина такой распыленный вариант, 2-3 проекта параллельно. Это нормально, тоже с ней сам, да? Главное везде поспеть, не запороть, вовремя все сдать для самого себя. А в плане хитов, вот не про хиты я, да, Сардор, понимаешь? Ну да, Юн Мухаббат, она душевная, она большая. Игорь, мы учили в ките, даже больше. Тухсан только занчил, представляешь, сколько уже? 20 лет. Если бы любовь была такой, легкой, как дыхание, и чистой, как вода, ты меня увидел бы другой и не отпустил меня, наверное, никогда. Получается, как бы, видимо, для моей натуры
ну, не присуще мне писать каждые месячные хиты. Это нормально. Леки генсезы сузлярис, да? Хаккат бар. Это правда. Песни обязаны быть просто, понимаешь? Они должны рождаться, они должны приходить. Не обязательно, чтобы это был стопроцентный хит, но новая песня все равно новый этот, как бы новая такая, как сказать, страница, видимо. Янги Сахифа. Да, Янги Сахифа. Я видела в какой-то программе, вот ты отмечал, вот сегодня бомбический джахошка. Атаджонов, этот, который поет же в метро, бегает, как его? Чохруха? Йогэй. Метро бегает, Джахангир Атаджонов. Атаджонов, ну? Уши. Уши, Атаджонов, ну? Метро до Юграда, ярлаги отадыгин ашлачи, дэй? Вот. Уши, а. Как ты можешь так? Хуллас, я помню, что в одной программе ты как бы это отмечал. А ма уна, пакат махтагянам у исламе дилеки, а пакат танкатларам если, да. Уши, ана, ма намадамахчима. Просто есть моменты, когда, например, вот подобных артистов могут, ай, там критика, тащаб, да, шама, да, туда. Он изляяб-то. Бобто, Балькин Куплярычун, как будто бы кажется, что он не в порядке или что-то не то. Я считаю, что он молодец. Он рискует, он делает хиты, у него свое направление, он кайфует, в конце концов, понимаешь? Это же элемент артистизма, это элемент, который должен быть в человеке, в артисте. Это очень важно. Она мазахлят, маза хит болят. И он рассчитывает, математически я хотлы там есть внутри, понимаешь? Он рассчитывает, что это был хит. Он делает. И это хорошо. И я это приветствую. Дмахчимаки, чтобы ты как бы не делал такие подводка, что а почему у вас вот так, а у них вот так. То есть я, в принципе, джудаем радуюсь. Вот за коллег по цеху, да? Усулярам с хархал, не? Шублян дмахчима. А еще гяплярам с бля. Поэтому рождается песня, выходит песня. Умирает песня, либо остается, как Нурмухабад, например. Вот. Смог уловить. И дальше, не спустя 10 лет, а гораздо раньше, будут возникать еще песни Худахалеса. Просто как-то, ну не знаю, есть песни все-таки, есть еще Кушарле, который мотивирует. Материала много. Я же не сижу только здесь, понимаешь, чтобы думать, ох, ну, канатлеп, хит, тушкири. Я улетаю туда, прилетаю сюда, да, где-то я потерялась, потом опять появилась, снова это вот по времени все это утряслось. Концерты сейчас Худахалеса пройдут, приедете, оцените, посмотрите. Как бы я хочу, чтобы вы посмотрели, какая я сегодня, в эти дни, в этот год, какая я на сцене. И все, оценку дадите обязательно, я буду ждать твоих комментариев. Албатта. Юр, мухаббат қошиғи ҳақида бежизга хос тўхталмадингиз. Ўз умуман ижодингизни таҳлил қиладиган бўлсак ва ўша қошиқдан ҳам оладиган бўлсак, сизни кўпроқ танитган қошиқ. Қандайдир бир йўналишингиз ўша кавер сифат деймизми? Чунки ундан кейинги, масалан, халқ қошиқларини ҳам синтез тарзда бошқача қилиб бергансиз. Бошқа тарафдан жуда кўп устозларнинг танқидига учраганингиздан хабарим бор. Men u paytlar ijodda yo'q edim-u, kuzatuvchi sifatida ko'rganimda ayrim ustozlar sizni qattiq tanqid qilgandan xabarim bor. Masalan, yovvoyi tanovlar deymizmi, o'zlarini milliy meroslarimizni buzib kuylayapti degani. Yo'q, kimligini maholi islomiy. Mana islomiyman. Bu sizni haqiqatingiz tushunib turibman, qanaqadir bir o'zi kavermi ijod olib qaraganda va kaver bo'lganda ham ko'proq men his qilganim dunyo miqyosiga taqdim etish uchun ularni shablonida, lekin o'zidan milliy narsani ham koloriti bilan taqdim etishmi asl haqiqati Sevaraning. Asosiy maqsad mash kuylarni hayotini uzun qilish, понимаешь, удлинить их жизнь. Вот в таком виде. Да, tanqidga uchratamiz hammamiz. Bu juda ham bir normal narsa-da, ya'ni как говорится, tabiat narsa-da, chunki Енді мақам, табиғи нәрсе. Чүнки біз, мен, мысалы, мақамды алмаймын, мақамды да, мен ішлемеймін, чүнки мақам бұл жүрген бір чүкір, философик. Мұраккеп жанр. А? Мұраккеп жанр. Да. И он сам по себе сложен, там надо учиться. Просто консерваторию дұқығыма, мақамшылан науша факультеті бұген, біз дейінді где-то там эстрадный, оперный, народный. Сіз қайсы болыңды? Мен Кабулова, Садат Кабулова, ну, кызлары. Улы маны устазым узы аслыды. Вот, одна единственная женщина, Нодыра Кабулова. А леки геуш, аннан кейн, эстрады геуткен ману, это была чисто причина. Практически укма яма, турс месяц. Я же всегда ездила, и это было удобно, что эстрадный отдел. И как бы вот это все,
Дуторчилада ишлаган пайта, оша пайта менга рис зор фундамент берган, чунки ман ўзи мактабда ўқиган пайтимида. Лекин дадам туфайли, он работал, он завидовал всеми художественными коллективами, там их 40 было коллективов, радиокомитет. Улы туфайли, ну как бы киршеп, дадам узлари иткенда, де, джан, дуторча ласку, давай, походи немножечко, возможно, это твое. Конечно, хинальгем, а? Я уже не раз это рассказывала, когда я надевала наушники, представляешь, Сардурик? Вела себя отвратительно, я сидела с дутаром, а у меня в ушах Майкл Джексон. Чунки, йохмаген, это же все народное, понимаешь, там, хаммуся, адала, танаварля, уля, представляешь, в кругу там 40 девчонок, они все унисон, там, дутар, торля, уша, ну, дойра, дисизма, все такие вот. А сейчас, ху, изи, дрон-дрон-дрон. Йо, маленький хуларам нормальный кито, а там триллер, где бы бьет кулаком, да. Но, спустя годы, все равно, я же этот материал знала. Я же его в любом случае учила, хоть и не хотела. И он мне пригодился еще, Юль Вольфенде. То, что ты говоришь, синтез, да. И причем, знаешь, честно, положив руку на сердце, что-то я мазак лыб изра этому. Бальким, что танк там болады, и больше я, оно, как-то есть место этому быть, да? Это все нормально. Без этого тоже неправильно. У Ленда критика куршо рада, потому что у Ленда свои стандарты. Эти стандарты уже, в принципе, ну, как бы, Зерих Кали, что Адам, да, уже практически есть медиа, ну, кто, скажи мне, народную шукилянки мечтали? Конечно, вот наш возраст, Кичкинтайлы, были медиа, канаклы уничтожили. У них что, все просто, рэп, какие там технологии, рэп, музыка, какая-то там хип-хоп и так далее. Ну, в основном, да. У Ченге, я думаю, что хорошо, что все это произошло, и я не знаю, я делала все осторожно, чунки, уже поэт, Макомчили ансамбльды, Темирекен Бородыли, Рахматли. Он заведовал, кстати, отделением Макома, и он сам лично мне преподавал Дарс Бирадыли. Он меня Маком Демас вообще халк юлиды. Улы учен бу это вообще, ну, как бы, грубо говоря, несложно, да? Поэтому Дмахчиманки это мана, она попытка ларм мас. Там еще материалы алып, я вот как чувствую, на бумаге. Чунки уланы замечания лэм коп буян, да? Где-то мелизматику уменьшить, надо аккуратно, лучше равнее, да, мы упрощали. И узлярь Меткенда с Иварджианом, ну, знаешь, ему было 72 года где-то, очень классный дядька. Очень да, Меткенда, да, это хапабу мне факат, киндур чунш, оно, чунмас лиген мункюн, дигенда, да. Ты, главное, не обижайся, потому что с узюльда клиапсас, ты, главное, не перебарщиваешь. Может быть, где-то хатала больше мункюн, чунки уз народный музыка, да, основной точные правила юг, да, понимаешь? Немножко расплывчато. Все равно каждый специалист по-своему видит. А тем более без не специалист без. Улан Дуалара Блан, Кадам Баста, муж альбомы язды. Фатха француз, а? Фатха Береда. Альбатта, чунки, серьезно, нарсада. Невозможно просто так взять, нырнуть, игрушка, когда ты, да? Ничего особого. Я уверена, что я знаю, что мы делали это все честно. Балькем, уща, ну, кривизна бордур, лекиген, это все, оно, не криминальный лиги. Джуде, джидимас, джидихатомас. Қарайин қазірге сөзлеріңізді, масалан, башы бар бір операге барып тақаладыған болса, масалан, сізден әвәлге, яна бір сұхбатташларымдан бір азады мақамы бітіргені хақыда айтканыда, мақамына бір парча сөргенім, сізден операдан бір парча сөресен. Сейчас опера, это же должно быть ария какая-то, либретто. У меня был опыт такой был хороший. Потому что ты имеешь в виду оперным голосом. Я это не хочу делать, потому что уже эта постановка кит калды, мана домлян, надыр кабулу. Иткен ле девчи поэт сидерис поэтты, торт кызлы болы, біз рыса айлангамыз, гран-при Болгарияда, Могилевлі, қанақыды шахарлы, бір рилді өзі, где-то, наверное, 6-7 странын арнезден. Оше, опер юнал жида ма? Йок, оше, грухым біле. И параллельно ма оперна отделенді ішіліп, оқып, жүді зор результатланы көрсатардым. Лекеген ман дамлы еткенлі, Сиварчик или Тумас, не разрывайся. Пожалуйста, выбери что-то одно. У тебя просто все изменится, если ты будешь пытаться и в опере, и в современном направлении делать. Просто ты сама устанешь, и тебе это, в конце концов, надоест. Ну, я прислушалась, я сказала, все, никаких вопросов. Потом у нас был проект Питер Вяхиблян, лично Яндерсес. Видишь, ты же не читаешь про меня много. Только то, что надо тебе. В общем, санскрит, да? Санскрит.
И арамей тілі, да, это старинный язык, на котором говорил Иисус. Вот. Там есть либретто, и там есть произведение, оно называется Тара, Гринтара. Это санскрит. Учудаем Кинтер, такой, знаешь, эстонцы, да, у них есть как бы такой одат, такая привычка усложнять. Они что-то придумают. Учудаем креативный халк. Тоже с ней сам. Эстония Гибарс есть, если вдруг попадешь куда-то в оперный зал, пожалуйста, послушай, у них интересные композиции. Будешь где-то смеяться, где-то призадумаешься, может быть, где-то даже всплакнешь. Узан опера Гиборнима. Узан опера Гиборнима. Это непростая опера, честно. И тем более мана овоза, энди оша пайт анча вакыт өткәндән кейин, оша окуштан кейин, шу Питер Вахи деген инсан, шу чыккан да бизге. Он говорит, меня увидел, нашел, ну вот это все, наверное, с Гебриелом все-таки связано. И под меня написал он произведение. Это произведение на 32 минуты. Большое произведение, достаточно. Кызлы, хор, ну где-то 40-ты кызлы, хамма студентлы, хич ким хорды оқымаген. Хархал институтлардан, кимдер медицинский, кимдер там политехнический, машинка, да? Они все собираются, и они поют так, ты не понимаешь, как это может быть не хор, то есть не люди, которые этим занимаются. Профессионал был магиал, да. Да. Уля джудаям чхур, дорогие, да, профессионально. Вот. И вот этот опыт просто нарой там в интернете, послушай, тебе будет интересно. Я хозяин Джонли не считал, да? Ну там Гринтара, ну давай я лучше что-то другое, потому что это сейчас будет издевательство. Чунки тоже с ней сам, все эти арии оперные. Янгил роллар бордур. Янгил роллар бордур. Пока там есть бакру мастер оперные. Ой, ты решил поиздеваться надо мной. Честно, сейчас в таком дурацком состоянии. У меня сегодня было 5 выступлений и где-то по 40 минут. Я везде пела живьем. Ну, албатта. Да. И еще вот сейчас у меня третья же съемка. Сколько получается? 8 точек, да, этого? Вот. Я не жалуюсь, честно. Просто я сейчас почувствовала, что на последнем вот этом мероприятии просто манауазу уже шумчали. Вечера чарчап китки анки, узымгем рахам китки, да, хотя я не про рахам вообще. Вот. Хуллас. Завершая тему Питера Вахи, рекомендую, послушай, пожалуйста, потому что это там, знаешь, там «Ария Тара Сапаривара Тапаристая Криха». Понимаешь? Язык санскрит, он другой. Очень она из Шкерии. И там получается как бы лирика такая у меня, драматическая сопрано. Я как вокалистка, как дива, лирика сопрано, драматическая сопрано в Риге выхожу. Понимаешь, не как Севарный Зархан. И, соответственно, программа там совсем другая. То есть там у нас где-то года 4 вот этот проект, 2 проекта длились. Кимдур Андижонли асли бу қиз дейшади, кимдур Қидрайлик аслида дейшади ва ўзи бунақа бўлган, да-да. Отправляют же их на повышение и так далее. Уля энди они постоянно как бы вот онам такие у них хорошие были профессии, такие у них были расстановки на работе высокие, ну они такие, мехнаткеждики ласия. И Дадама отправили на полгода в Андижан, а я решила его навестить. Внезапно я решила там родиться. Может быть, их хавто тургиану, здесь метрика да язвильяну, пишено да язвильяну, будет Анджонлима, понимаешь? Шурамасаям, Анджонлима, Анджонли сэс, бзыки сэс, да куча, да? Анджонли, ба Худой Орхонли. Эх, а я мисо фарғонали, так что біз аның қарымдашларымыз шу көпінші фарғонали. Сіз она тарафтан Худой Орхонны саналасымы, қоны? Да. Она тарафтан, а? А я жаным, ошу командарыдан. Видишь, там получилось так, что Амакива чем, по-моему? Это по маме получается, там, папы, это дедушки. Ирин Маста, шу хамма тарғлануқы. Там же надо ковыряться, понимаешь, это родословное видимо, родовое дерево. Он его поднял. Шаджара. Шаджарам. Шаджара, дейлер. Рахматский, яңгі сөз дөчі. До 7-го поколения, в общем, это все распределяется. Озы, адамда сөрегенде, масалан, маным, ану, хавасым келадым нақы адамда кеде, маны қарымдашым. Ерінмастан отырып, ушалан, хамасын язып, все надо выписывать, кто умер там, вот это все возобновлять, понимаешь? Улы вақ топып, масалан, улыям, ішли деген адам, он как бекарчы масалады, и он вот это все вырисовал и написал, и
бзеям баракианмас, и получилось так, что, ну, как бы, будем замода, есть какая-то известность, конечно, это, наверное, приятно. Хотя манучун, это главное, так сказать, наших предков не позорить, да, держать марку, потому что там хана, здесь мы уже все так попроще, как бы, да, хозырги вахты хамам змана, из чего ли, барни столько лет утра, мехнат каляпас. Oilaviy mavzularni ko'targanda ikki farzandingiz haqida aytmay iloj yo'q. Endi tushunamiz. Bolalaringiz nechta, Sardor? Ikkita o'g'il. O'g'il? Ha, sizda bir o'g'il bor. Stop netu, da? Ishon ko'ch. Albatta. Xudo xolasi. Va farzandlaringiz, o'g'lingiz kattasi hozir kadr ortida o'zingiz aytganingizdek, harbiyga bog'liq bir o'qishda va o'sha yerda yashaydi dedingiz. A qizingiz haqida ham bir qiziq ma'lumot bor. Nimaga duram? Lekin buni aniq deshti. U o'qiydigan maktab cherkov qoshida deshti. Ha, deshti. Я же это сторисли давал Романку. Bu o'zi maktab, bu maktabda o'zi это бывшая, так сказать, церквушка. Ana, avval cherkov bo'lgan. Avvalmas. Haligacha cherkov, lekin yarim anu binosida maktab joylashgan. Шунда қызыңыз черковге мослашкан мектепте ма? Йо, это не христианская школа, домашняя. Не. Это школа при церкви. Церковь существует самостоятельно, лекин уланы байрамлары машу залды утады. Зал спатады. Церковь мас, они там у них не происходит там песнопение всё ровно. А оглам харбида мас. Он в мальчиковской школе. Кадет лама? Нет, инглиш часы гейткенда boarding school. То есть ула отта яшида, интернатке ухшидаген мактаб. Қанчада көрас фарзанд? Бір хафтада бір марта келады. Лекин өзі жүдайым бақтли. Жүді комфортабельно өзіна. Нече аш қазу? 11. Мана 11. 11. А, кәтті болу. Зор, нормальный возраст. Зану, масаласы йок. Чүнки ухши йок япты, жүдайым ухшиге интели япты. Бұндан алдан, авалдеге мактабны мүнчәлі яхш көрмеген. Так что, может, это полезно. И хамма оғыл болады өтті. Нормально, у них марафон там друг с другом. Санаткор өзі шындаған фарзандларыны кәм көрады, яна мұнақы жойге беріш үчін ма хайран қолдым, де? Қанақы мұнақы таваккел қылдыңыз, фарзандыңызды кәм көріш кедім. Лекеген бұ, ман оғылым қоқшы де, ма боларымы жүді құрмат қылама. Они для меня пөш друзья. Уларын таулығы. Қанақы мәжбүрі деген әрсі болмайды, Уян бір бақтлий, бір хафта қиналды азгені, бізсіз. Лекеген қарасаке, классно, телефонлі йоқ, хич қанқы гаджетлі йоқ. Зор. Китаблар, спорт, регбиге отты, футболды ұнытты. Хазыр енді один из первых игроков. Ему нравится, нам в кайф. Қой. Работаем, он учится. Бұдып хам, яқшы инсан болсы енді. Севара өзбек, лекен рус мәкетабыды оқыген, шу үчінам рус тілдек сөздашады. Бұ түшінәрлі. Мән өзі мамшу дөрі фарзантларыма, бізді қам көп русі заман болған, бұ енді кіріп кеткен қонқанымызге секен-секен енді майлы. Лекен сіз русчаны болпесті, параллелі, молодец. Сіздің өзбекшаны яш кәпірасыз. Чәлімәз, камера шынна яқылсы, болды кетті, ді? Яқылады өзбек тілі. Наоборот, ұ, яқылады, а бұртыз все выключается, понимаешь? Хотя, ну, бір адды хайатты нормально, ап кетамыз, там, можно спокойно гепірсі болады, де? Қошмастан рус сөзләні, яңмон көрәманы, деке, а сөз чидейсілі, сейді тамаше бенілер. Енді Лондонды яшайоткен фарзатларыңыз қайс тілді гепләшеді? Улі үч тілді. Асасан? Ну, біріншісі, конечно, инглес. Сразу өзбек и рус. Оғылым ман білен рус тілді гәпірады, айжан тілді. Қызым есілі, конечно, бұлшы английский, лекен бияқы кегенді, бұғыджан, апағдады, апасы білен. Тіккені яқшы, нормальны, линейка қылып гәпішәді, пасты өкісмелі. Чуды зор қыз. Қонандалардан кімдір севары өзің ауаз біленмәз, фальсетті көйлейді, Рашид Қаликовке оқшады. Дейшкенді, бұ нечағылық тұры баха? Ну, вообще, таким еткен бұ япы. И фальцетті нема яман-таманны етсі де, шу адамды. Озы фальцет, это, знаешь, такой момент, вид пения. Когда ты уходишь на фальцет, это никакая не халтура. Это уметь надо. Фальцетті мэрэй керетады.
наверх она уходит. Это фальцет называется. Понимаешь, да? Она поет громким голосом, а потом она выходит на фальцет. Шестая октава, там, или четвертая, по-моему, извиняюсь, четвертая октава. То есть бунагич, яман таман ее. Это надо уметь делать, во-первых. Бунян бульшкири. И пляшкири бунян. Удаляшкири. Удаляшкири. Чунки енді бәлкім ұша рашт кімдір етші мүмкін фальцетті етады. Это неплохо. Чунки өйерге кіші, и оны ауазы, у него сопран, ну, такой вот не баритон, а тенор. Он ауазы тенор. Вот если по оперному смотреть, тепалиды етады, да, оны? Тембр шынақа. А сіздікі? Манеки лирическая, драматическая сопрано. Манеки сопрано. После идет колоратурная сопрано. Колоратурная Мэрай Кериде. Демек, сіз асосан күйлеріңізді, қошқыларыңізді асосан фальсеттемес, айрым жойларды ішлетес фальсет жүнді, дору ма? Вообще тара ләшсар дар. Ара ләш. Чүнкі ма күйді, ма формаге умума ахамет бермеймін. Фақат түші, мұхым, ең мұхымы, шту там внутри. Юр мұхаббат кеттік бүйірден, марқым санатке ору қошқыны күйлеріңіз. Лекен бүгінгі дәвірдегі ва трик афсоналардан қайсы қонанданы ва қайсы қошығыны яны қайтаттан күйлеген болардыңыз? Зор савал. Ман үшін, как вот, соль земли, ерімізі фахрысы. Ерімізі, өзбей ерімізі фахрысы, это только Шераль Джураев. Ну, больше нету вариантов. То есть, как бы, он может измениться, он может постареть, он может умереть. Но леки улана асарлары, яшиды. Жүдді көп, вақыт. Яшиды 100%, да? Чүнке, енді, фақат Ташкент намимыз көп, регионланы ойласек, өзізан біласса, я думаю, ты согласен, что халық точно 100% ұланы, как говорится, выберет, таңдейді. Қайс қошығыларды басына қайта еткен боларыз? Ну, конечно, Кәруан. Кәруан? Қайта еткен, қайта күйлеп көрішті бұл қошықны, кавер версиясы болды. Кім еткен? Санжа, ештің әріз ме? Ух, не, а это был Кәруан, да? Да. То, что он переделал музыку. Ага, яқты мүске? Ну это он еще турус не сам. Я узо умома, я хотел, что нака тура, буям она кавер был такой масса. Ну Санджей он такой специфический боля, да? Специфический боля. Чуть и узыге нака на уме боля, он что-то думает, что-то делает, и он еще это не вариант вообще, да? Обсуждать там камилю, чунки слишком громадная кюиды, асар, керва, манучун, да? Она такая очень глобальная, да, песня. Одна из. У него материала очень много интересного. Шераль Джураев, особенно Йош Пайт Иткен Асарлара. Джудокоп. Тема узы, ну, как тебе сказать, много, коп вахты, а герда Шахарлама Шахар Юрса, ну, телефоном да бар, да, у Лана Альбумляра. Я переслушиваю, потому что есть чему поучиться, понять. Не надо петь, как он. Не нужно. Вот сыновья его поют. Мне кажется, не надо. Надо свой все-таки постараться найти путь. И надо, как говорится, затмить папу. Тяжело, да? Талант слишком кучли, мияса, интеллект. Совсем другой, да? Чудаем чукур. И хам узляра. Харизмаса бляску. Вот. А я олхонандалардан, че айта дни улыцек, Юлдус Суманован, кайс кошан кайта тан кулеган? Я не хочу, не будем давай ее творчестве говорить, потому что у нее своя жизнь, у меня своя. Я идёт на кайс кошку на кайта там кулеган болар дис. Я уму махала мисму хонанда хакады гапарш. Ну, нежелательно, но мне нравится очень ее песня Шахнахам Гядонахам. Шахнахам Гядонахам. Бриюльда, да, по-моему? Бриюльда Кор. Бриюльда Кор. Да, да, да. Машу кошек. Это, по-моему, самый вообще больше дыги практически. Ijodlaridan biri, birinchisimi, da, bilmadim. Boshidagi, ha. O'sha. To'g'ri. O'sha kuy, lekin men uchun. Uni ma'nosimi yo o'sha qo'shiqning o'zi? Вообще, ma'no. Такой там смысл. Мощный. И ham kuylagani, очень было все искренне, красиво. И как положено. Так что, har bir endi anu vakilni baribir ham xolisizmi yo'mi, qaysidir asar qoladi, qolib ketadi emas, qoladi. Знаешь, вот как на полке книга вот такая бывает же твоя, или фильм любимый. Вот есть такая песня, и это здорово. Мне сейчас на сегодняшний момент важно, чтобы у нас прошел обалденный концерт. Меня очень волнует мой материал, подача, профессионализм, чтобы мы все успели сделать вовремя, монтаж,
привести моего шотландского кинооператора, который отснимет этот киноконцерт. Операторларнем хорджина. Да. Ну, режиссеры я привожу, да. Музыка, музыка аппараты до традиолар Украина, да? Операторлар Шотландия, да? Нет, турадиган москвичлер, это мана звукорежиссером, да? Зима диган бала. Украина, да, на медиум, да? Украинадан мана админом, получается, который по этому концерту просто мне помогает. Такое, знаешь, содружество букетты, да? Джахан Мкьёздый концерт был этим, да? Да, блядь, лекиген хамасы чуть слишком джиддианы кабулятты, да? Узбекистанда нам адам калдам, ишь, кылы? Узбекистанда кем? Самое главное условие, чтобы мы это совмещали с нашими ребятами. Обязательно. Қандай оқшайды? Чүнке, Сардарбей, өзіңіз білесіз, біз аны ұлттымыз жакет тамаз, де? Концертлі бумагияны, вот, если честно говорить. Кім біләндір сұхбатке отланайотканда, асосан ұшбу жамаға, мана масала халаям, оддегіне бір савал, шу сіз еуғызды оператор білен болген савал кеп чыққан болады. Екі оңса режиссерымыз еткенде, нам үшін севары концертті орқа тарафты, кәлішті юрады дегенге оқшаген саваллардан кеп чыққан. Ну қызур савалы, вообще бұл балан яқшы көріп кетті. Бомж стайл, кәліш. Я, я, бермақшы болген савалымыз бұл қақыда мәс еді. Да ты чего? Я, я. Яқшы рағы, мәнімчі. Сіз стилизге болу, яқшы рағы да. Умам, просто бұныққы замечаниялеге жүді ғаваске орманды. Мне нравится такие замечания, турица. Не как-то обижаться, не, я наоборот как-то горжусь. Да, возможно, странно выглядит. Но мне кажется, какие-то вещи я расчет, да, мои? Узума, я же не нормальная, ну, как бы, нестандартная, мне кажется. Иджоткор, иджоди, ты или балик? Да, блядь, хаммам за иджоткор. Узиз курганса, со стороны, Сардор. Ты очень творческий, конкретно. Что ты здесь делаешь? Ты должен был в театральный пойти. Нет, у тебя была мечта на сцене сыграть, а это нет. Никогда. Но у тебя есть такой пасса, вот имею в виду. Концерт из-за чхима. Что ты будешь делать? На Мадур. Придумай, если это имеет смысл, пожалуйста. А импровизация я маю джудеямбр. Халвахтвор. А? Халвахтвор, уйлеп курамус. Давай, почти брой, больно, свидетель. Құлыз шу ижоди жамадан бір нәрсен айтшыды. Мәне жүдейім көп санаткорларымызды, яш санаткорларымызды түрлі ихіл нәрселерге өзіні татбық етіп, жүдейім қарымсық көрінішке келіп қалды бүгінгі күнді. Севара Назархан, қарымсық. Қарымсық мәдеген? Ну, пастарелі, әне өчін. А, қарымсық. Рана пастарелі. Севара Назархан, мәселен, мәне тегінде ашымсыз. Yaşı zeytsən məylə mə? 41 yaşdəmizə gələmiz. Mən sizdən kətlər oma. Vəbşi, mən xamməyə 48 deyəmə, ətək 43 gətuləyəmə. 78 məsəmsiz? 76. A, məndən kətləmsiz? Də, çürcəzə, mənə kətləmsiz. Kim bəli? 76 çilsiz? Şunlaqı yaşımı yaxşı qoraman ki... Endi qari, mənə sizdə kosmetika yox, boyanma gənsiz, laviz işmə gən, başqa heç qatizdə işkən nərsələ yox, tuning. Yo, майле, енді қозырғы еш езге. Сізден ешлі еш санаткерларын көріпіз 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 көріпіз? Это бәліне тема, Сардор. Просто савол. Намадан ебал. Савол? Бұны қызлайым көріпіз. Маша ешті, меннен кәтті ешті Севара Назархан, Машына көрініші, бойанбастан. Гүзәлік сірі намада, деген аяллар савол. Енді аялын берісті дейш савол. Қызылыжан, көпірі кітап оқиылы, көпірі қавады болейлі, югірейлі, спорт, кеген мұлақат, обязательно. Гюллер, табиат, купро ишлеля у стиля, да. Я вообще очень люблю слово работать. Мне вообще нравится движуха, понимаешь? Я люблю движуху. Когда есть движуха, мы, ну, наверное, кармаси генкири, лекин, кинчтамандан, есть генетика какая-то, да? У меня мама тоже неплохо выглядит, честно. Я узичная сахамаямс. Лондон да яшисы. Вот мне жалко, да, слушай, бусы, деньги тратить на этот кошмар, ужаску вообще. Угу. Я лучше, знаешь, людям помогу. Это гораздо ценнее. Дома новар, вышта, бльмадам. Лекиген, я не смотрю на это плохо. Просто я перебор, да, куплю, да. Ушана, да. Там, видимо, мозги уже отключаются, когда губки надуваются, и уже все. Уже там хард заполняется, и уже начинается вот этот вот там миллер, что-то там это все, филлеры, хриллеры, история без конца. Ну, рахмам келад, турса. Мне кажется, 50-60 яштан келген ойласа болады. Пулдар яхшы болса, экономика, все нормально в семье, если там в своей жизни. Допустимо, да, ничего плохого нет. Просто, ну, как-то надо аккуратно. Ну, аккуратный вариант лаям кем, да, ма курма яма турса. Кеаду хамах я вообще манипуляция, да, то, что вот делают, они очень заметны, да. Узизам, шунчу сухбат курьянса, сколько ты видел, понимаешь, все это.
Ушеде контраст мана масалан, сиз сиздан ёшларида улар. Ну и потом анака қиз болада проблема каттароқ де, улар жуда тез ану бошланади ўша ўйлаши. Вақтим там бола туғилдими, я не знаю, там этот брак создался ли, проблема ли қанақа. Көпінше барыбыран қызларымыз ану оқымайды ку, ну ергете кешеді, понимаешь, там дети, это все заботы. То есть вариант ли миллион-то, да, Турса? За собой следить, еще как бы что-то там действительно читать, тоже проблема, да? Ну, кукли гемас. Хамма гемас. Хотя это классно. Я обожаю читать книги, это вообще, ну, я не знаю, это как воздух, да? Хит, штабляный хит, да? У нас, девчонки, не парьтесь, не усложняйте жизнь, попроще. Чуть попроще, и нормально будет все хорошо. И это, не заморачиваться на Мадагена. Джудеям чукулашки это маслики. Вообще, чукурла... Кетваслик, чуколап кетмаслик. Отлап кетмейлады мақтылы? Бу кетта бір анықы соғады, құдада, не углубляться. Тоже подарок ко Всевышнему, потому что все углубляются. Ой, проблема, бұл ятып деха моя. Аллах, проблема деген созы ішлетмейме, ситуация деймі. Ситуацию надо решать, и все, не решаешь. Машнақа, гепляс. Машнақа гепляс, Сардор, какие у тебя планы на будущее, расскажи мне. Севар Назарханды концерты геборуд. Кунудем, назорат қалыш. Танқытсыз отырып, мазақыны. Ол қаракет қаламын. Қаракеттен қыласыз, и құда қалайсы өзгерасыз. Интайны. Я тебе тұр жылайса, да? Давай. Сұхбатдашымызы, Севара Назархан еді, концертті көрішкенше. Жыла, Сардарбек. Ты спокойный сегодня, да? Он другой. Йой, сал ана қысам, юталышки қаракетті босу олман, да? Слава Богу, что ты кашляешь. Сидела с шикарными режиссерами, работала, смотрела на экранах, как все работает. Чундизма? Гюзаль, а, Сардорби? Красивый. Картинки. Так беспокоится, руки. Ой, подожди. Мили. Из рекламы большое спасибо, молодцы. Самые аккуратные. Ценю честно. Мы все просто учитываем, понимаешь? Потому что там азерик из мамы, да, Сардорби? Ну, не. Сидя под... У вас она мили, кошкларна хам. Может, не у нас тофтап тут лебру, не у нас кот вас. Ты улыбаешься, просто я смотрю тебе идет. Ану, я вам не отмасиды. Вы просто какой-то, она как кто клю вас, ты. Я же лицо, я мимику знаю, я просто лицо, я язык телодвижения изучал просто. Нет, тогда ты не Вы говорите, Ана, мы с вами берем ахца, ха-ха-ха, кто там сызы? Француз. Озбеча, фаранг, да? Без озбеча, но у Эргена. Фран, французча. Вообще стул, отвор, и ты можешь ваш... Борт килоколас мунда? Давай. Яким мы? Яки сарай. Болды, болды. Я же близко. Вот, автор есть? Нет, не Пандора. А почему ты себе сика похожа? Автор есть. Узман бит, ты уже... Давай обсудим твой браслет. Ага, сал жесткий расстрелять. Молодец. Иди один из на борщ танкарай, дыгам, больше. И самое ужасное, что эти куски будут уйти, я же знаю, Сардора. Посыл. Ну, я должна ребятам сказать, что у меня стул просаживается. Он уже сел просто на 5 сантиметров. Слушай, а вон тот наш раненый. Слышь, ты бездарный. Хайтармас там саны. Здесь конкретно, да? Уч, кике, бар. Контроль. Тохте, ханаха, уч, кике, бар. Болды. Есть. Кике, бар, кетте. Ва... Йо, хазбыза, тугету алили концерты.